В феврале этого года в фармацевтический пункт по переулку Западный ворвались двое неизвестных в черных масках. Угрожая пистолетом, они связали девушку-провизора и похитили из кассы 5000 рублей. В июне этого года на улице Космонавта было совершено разбойное нападение и ограбление отделения Сбербанка. И в октябре этого года было совершено также нападение на улице Карла Либкнехта на отделение Сбербанка. Сыщики пришли к заключению, что у всех этих преступлений один почерк. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банда готовит новое преступление. Но ему не суждено было свершиться. В процессе подготовки нападения их задержали сотрудники КГБ. Согласно данным Комитета госбезопасности, у бандитов было изъято и огнестрельное оружие. К примеру, это помповое ружье уже не будет использовано в преступных целях. Так как разбойные нападения были проведены с использованием данного оружия, то, соответственно, и используются статьи Уголовного кодекса как касательно разбойных нападений, так и касательно незаконного хранения огнестрельного оружия. В Следственном комитете отметили, за разбойные нападения участники преступной группы могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Александр Кожухарь, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.